Привет, друзья! Добрый вечер, команда «Карьера онлайн». Давайте аплодисментами поприветствуем друг друга. Ставьте плюсики, смайлики, пятерочки, семерочки. Пишите обратную связь, как нас слышно, видно. Ю-ху! Привет, привет всем! Ребят, мы вас поздравляем. Закончился 12-й каталог. И мы его закончили все по-разному. Кто-то очень круто, а кто-то очень-очень круто. Да, вы все такие хорошенькие у нас, супер. А просто давайте начнем наш онлайн-банкет с представления. Сегодня ведущих? Сегодня давай. С вами Лилия Донскова, старший директор компании Oriflame и лидер нашего интернет-проекта. И старший менеджер Михаил Булавцев. Ребят, спасибо вам всем, что пришли. Вообще так круто в такой теплой обстановке собраться. Вы знаете, я прежде чем начать банкет, такую официальную часть, я хочу немножечко неофициальности добавить. Хочу вас всех поблагодарить за ту теплоту, радость, которую вы дарите, за тот пинок, который вы каждый день нам даете своими вопросами, своей энергией, своим интересом вообще ко всему. Я вам просто благодарна за эту яркую жизнь, которую вы нам дарите. И, конечно же, желаем вам всем мощного карьерного роста, чтобы у вас тоже были такие яркие команды, динамично развивающиеся, активные, суперские просто. Чтобы уже в следующих роликах именно вас, другие команды, другие ваши партнеры, вообще консультанты компании Oriflame, чтобы уже вас узнавали по видео, по роликам, чтобы они на вас равнялись уже. Точно. Ну что, ребят, приступим. Готовьте ладошки. У нас сейчас будет коротенькая наша часть, и потом мы передадим микрофон нашим активистам. Давайте сделаем таким образом. Не вижу пока команду одну. Да, будет у нас Олеся Бахмутова потом выступать. Итак, каталог номер 12 для нас закончился с такими результатами. Товарооборот по российской ветке составил 12 100 бонусных баллов. Из них товарооборот Wellness 3267 бонусных баллов. Про Wellness поговорим чуть позже, не отвлекаемся. Стартеров 75 человек, то есть новичков, за 3 недели. Рекруты, то есть люди, которые у нас активировали свой личный кабинет с путем совершения первого активационного заказа. 13 человек. Квалифицированные рекруты, то есть это у нас супер новички, супер активные, которые прошли в течение 21 дня с момента регистрации, совершили суммарно 100-балловый заказ и более. Таких у нас 5 человек. И за каталог номер 12 мы разбудили, привели к жизни, к активности 19 человек. Вы знаете, я думаю, что вот эта цифра, реактивация, в каталоге номер 13 будет бить все рекорды, потому что, как вы знаете, у нас компания объявила акцию. Про акции мы поговорим потом. Когда? Подводим итоги. Ну, надо же тоже совместить. Ребят, давайте поставим себе план по акции реактивации, разбудить очень много людей, чтобы каждый получил тушь Giordani Gold в подарок. Чтобы у каждого было, согласны? По 19 реактивированных людей. Да, то есть в каждой команде. И у нас есть участники премьер-клуба. Ну куда же без нас, да? Куда же без нас? Это элита команды. Это люди, которые, ну, берут от жизни все, я так скажу. Это все бонусы, все плюшки, какие есть у нас, все вкусненькие, зарплаты. Да, и зарплаты и так далее. Да, нужно быть в премьер-клубе. И в премьер-клубе у нас люди, которые у нас участвуют в премьер-клубе, которые совершают заказы на 150 баллов и более, автоматически у нас участвуют, то есть часть условий выполняют на Болгарию, потому что на Болгарию, кто у нас запланировал, конечно, свою поездку, должны, обязаны выполнять каждый каталог заказы суммарные на 150 баллов и более. То есть вы должны дать заявку, показать свою активность. Точно. И еще раз перебиваю. В каталоге номер 12 мы поставили еще один маленький рекорд. Никогда еще больше 60 у нас не был процент участников премьер-клуба от общего товарооборота. То есть в этом каталоге у нас 44 суперактивных человека суммарно совершили заказ на 7400 бонусных баллов, что составило 61 с небольшим процента от, круто, общего товарооборота. Это о чем говорит, ребята, что на премьер-клубе держится мир.
Да, то есть учите людей, ваших новичков, быть в премьере, чтобы они выгоды видели. И такие люди всегда будут с вами, будут вашей плотной такой ключевой командой. А теперь вы спросите себя, спросите своего спонсора, вас спросит ваш новичок, сколько людей мне нужно для того, чтобы я стал директором. И давайте посмотрим на этот слайд, на эту картинку, на эти цифры. И сделаем вывод. Приплюсуем сюда еще себя, 45-м человеком активным. И делайте вывод, сколько людей необходимо для того, чтобы стать директором. Да, 44 человека, которых, да, 44 такие и вы. Личные заказы. Супер! Ну так, давайте посмотрим дальше, что у нас еще Миша приготовил. А, у нас есть топ-100 с личными заказами. Топ-10. Ой, топ-10. Скоро будет топ-100. Которые суммарно сделали вот всего 10 человек. 3014 баллов. Представляете? 10 человек свернули такую махину. То есть в среднем это по 300 баллов на каждого. Итак, мы лидируем. Пока, да, нас в этом каталоге нас никто не обогнал. Это 729 баллов личный заказ. Давыдова Александра на втором месте у нас 379 бонусных баллов. Саша крутышка просто. И там в основном wellness, по-моему. Не опережай события. Фомина Луиза, 253 балла. Аплодисменты. Ребят, давайте оживим наш чат. Это все-таки праздник. Ирина у нас набрала 215 бонусных баллов. Молодчина. Олечка Амангалиева, 213. И Воробьев Сергей тоже 213. Пятое место у нас разделили напополам. Двигаемся дальше. И на шестой ступеньке у нас Мальцева Ольга, 211 бонусных баллов. И ее же лидер Викулина Людмила буквально на 1 балл встает, всего 210 баллов. Патрина Валентина, 200 ровно баллов. И учитываем, что Валентина новичок, это ее первый, да, заказ. Да, да. Поздравляем, молодчина. Варгина Наталья, 196 баллов. Ребят, мамочка четверых детей делает такие заказы, обалдеть. Наташка, как? С грудными буквально детьми. И замыкает десятку наших активистов Алексеева Татьяна с результатом 195 бонусных баллов. Молодец. Друзья, обратите круто внимание на борьбу. Прям буквально считанные баллы разделяют наших активистов. Ну, я думаю, что у них-то борьбы нет, это просто так сложилось. Такая потенциальная борьба. И теперь как раз давайте поговорим о продукции wellness. Ого! О тех результатах, о тех достижениях, которые видят наши партнеры, наши активные консультанты, наши активные потребители. Итак, давайте на цифры посмотрим. Каталог номер 11 мы закрыли с результатом по продукции Wellness 1442 бонусных балла. Каталог номер 12 предыдущий мы закрыли уже... Неправильно написал. Неправильно. Неправильно. Сейчас уже вспомнил. Каталог номер 11 у нас был закрыт с результатом 2076 баллов. Да, ты вот так пугаешь. Вот. Вот так, да. Извиняюсь, все поправим. Каталог номер 12 мы закрыли с результатом 3267 бонусных баллов. На 1000 баллов больше, да? Ну, если говорить в процентном соотношении, 57% прирост у нас только по продукции Wellness. О чем это говорит? Да, совершенно верно. Готовимся к зиме, осень приближающаяся, и просто-напросто, точнее уже начавшаяся, просто-напросто люди заботятся о своем питании, заботятся о своем здоровье. Уже анализируют, смотрят цены на продукцию, на витамины в аптеках и видят, конечно же, преимущество продукции Wellness. А те, кто Супер. Уже оформили подписку, кто уже несколько каталогов продолжительное время пользуется продукцией Wellness, они уже могут большой список предоставить, перечислить, озвучить тех достоинств, тех изменений, которые с ними уже произошли. Ну да, не зря в лучшую сторону, не да. Зря же говорят, хочешь изменить свою жизнь, да, измени качество питания в первую очередь, это тоже играет большую роль. Миша, спасибо тебе за эти цифры, честно, я просто поражена. И у нас есть топ 10 людей, да, наших консультантов, партнеров, которые приобрели продукцию Wellness на 1823 балла. То есть 10 человек совершили круто суммарно такой заказ. Это только Wellness.
Итак, посмотрим, кто же это. И аплодисменты бурные. Это наша номер один, Давыдова Александра. Я уверена, что это сделано было благодаря дочке Кариночке. Без нее, ну куда? 331 балл. Ура, молодец. А я подскажу вам всем, Александра живет у нас в нашем же городе Саратов, и каждую пятницу она приезжает в офис вместе как раз с той самой дочкой Кариной, которая и является ее первой, самой главной помощницей. Музой, музой, вдохновляющей. Да, вместе с которой они снимают ролики, в том числе и про продукцию Wellness. Супер. И второе место. Донского и Булавцев общими усилиями набрали 301 бонусный балл. Тоже благодаря нашей вдохновляющей звезде, дочке Валерии, которая, мне кажется, ест один wellness, да, ей очень нравится, она как бы даже просто, когда нет дома коктейля, она делает круглые глаза и говорит, нет коктейля? Как? Как вы докатились? Третье место. Казначеева Ирина, 163 балла. Четвертое место. Григорьева Оксана, 154 бонусных балла. Патрина Валентина, 133 балла. Еще раз поздравляем, да, нашего активного новичка Патрину Валентину. Следующее место у нас Бахмутова Олеся, 116 бонусных баллов. Варгина Наталья, 115 баллов. Никонова Ксения, 109 баллов. Лямина Наталья, 101 балл. И замыкают десятку. Ого. У нас три человека, совершивших ровные заказы wellness-продукции на 100 баллов. Ежова Мария, Труфакина Анастасия и Антипина Алена. Поздравляем красотки, вас! Молодцы! Поздравляю! Супер! Ну а теперь я передаю микрофон Булавцеву Михаилу, и готовится команда Олеси Бахмутовой. Спасибо большое. И теперь подведем итоги работы нашей команды в каталоге номер 12. С какими результатами, с какими достижениями мы закрыли этот каталог. Участники премьер-клуб как раз тот самый костяк, на котором и держится весь наш бизнес, вся наша команда. В каталоге номер 12 у нас таких 10 человек с суммарным заказом, без малого 1700 бонусных баллов. Озвучивать не буду всех. Кто... Почему? Озвучивай. Хорошо. Герман Виктория, здесь идем уже по возрастающей. Булавцев Михаил, Макарова Зинаида, Григорьева Оксана, Разницына Наталья. Супер. Соломатина Юлия, Ежова Мария, Бахаева Екатерина, Варгина Наталья. И замыкает у нас наше лидерство по личным заказам Казначеева Ирина, 215 бонусных баллов. Супер. Супер, поздравляем. Не, молодцы, вы знаете, приятно быть в премьер-клубе, потому что вы получаете сразу выгоды. Особенно, когда два раза подряд делаете заказ 150 баллов, то выгоды еще больше. Да, но там просто уже как бы остановиться невозможно. И акцентирую тоже внимание на wellness-продукции. По нашей команде тоже идет красиво. Рост 44% по сравнению с предыдущим каталогом. И 1001 балл у нас потребление продукции Wellness. Посмотрим на этих участников, на этих партнеров, потребителей Wellness-продукции. Но в данном случае уже диктовать не будем, озвучивать. Все, кто видит себя, ставим плюсики, смайлики себя, своих партнеров. Радуемся, берем пример. И в следующем каталоге, в текущем каталоге, конечно же, обращаем на это внимание, чтобы в следующем каталоге вас также поздравили как самых круто, здоровых, круто. Самых красивых. Я смотрю, Наташа пишет. Наташа, твой вклад тоже есть, потому что ты когда рассказываешь про wellness, то хочется двойную порцию съесть и выпить, потому что это очень вкусно и полезно. В принципе, у меня, да, сегодня так и было. Когда я не успел пообедать, я просто-напросто выпил двойную порцию wellness-коктейля. Да. И мой обед без проблем был перенесен, даже без такой потребности, на 5 часов вечера по Москве. Круто. Круто. Видишь, я тебя спасла. Итак, спасибо большое всем за внимание. Всем желаю исполнения ваших мечт. Одна из мечт основных таких – это путешествия. И компания, как вы уже видели из последних новостей, исполняет наши мечты как раз в плане касаемых путешествий. Что за новости, Миш? Новости. Болгария. Нет, давайте по порядку. Майами.
лайнер, Болгария, Япония, Япония, Токио. Банкет директоров. Да, и это без банкета даже еще, без Москвы, то есть Москву уже даже не учитываем. Вы знаете, я хочу вам сказать, ребят, мы, конечно, к вам еще вернемся, но пока на такой волне, то, что вот сегодня объявили новости о том, что вы можете получить второй шанс и квалифицироваться на поездку в Болгарию. Используйте этот шанс. Я вас очень прошу, используйте, потому что вы потом будете жалеть, что остались дома и не полетели вместе со всеми за границу и не привезли фотографии, впечатления. И вот вы поменяете вот здесь вот все после первой же поездки. Вы вернетесь с другими людьми. Вы просто мега вырастите за это время. Даже вы себе представить не можете, как это получится. Да, в Сочи мы едем вдвоем с Мишей. 25 числа мы уже стартуем. Знаете, немножечко так грустно и печально то, что мы полетим вдвоем только. Такие вот такое... альбомчики сделаете после своих путешествий, мероприятий вместе с компанией Oriflame. Будете уже показывать своим близким, родственникам, друзьям. Такие классные да, фотки. Это будет ваша презентация. Это личный бренд, ваш личный бренд в данном фотоальбоме. Супер. Итак, мы передаем микрофон Олесе Бахмутовой, команда «Готовим ладошки». Да, встречаем нашего мега-партнера, супер-менеджера Олесю. Ура-ура! Раз, два, три. Как меня слышно? Меня слышно? Поставьте в чате плюсики. Всем привет, всем добрый вечер. Я вас всех поздравляю с закрытием 12-го каталога. И озвучу наши результаты, что у нас вышло. На слайде представлена моя команда. На этом слайде и на следующем ставьте смайлики те, кто себя видит. Чат смайлики, восьмерочки, пятерочки, плюсики, восклицательные знаки. Это активисты нашей команды. Здесь на данном слайде представлена команда Светланы Гагариной. Здесь все ее активные партнеры. И поехали. Какие у нас результаты? Хочу поздравить наших рекрутов. Это те новички, которые активировали свой личный кабинет балловым заказом, продлили договор с компанией на 2 года и могут спокойно строить бизнес с нами вместе, в нашем проекте. Хабирова Эльвина, Шейна Елена и Анисимова Ксения. Поздравляю, девчонки, добро пожаловать в наш бизнес. Идем дальше. Хочу отметить активных новичков. Шейна Елена, спонсор Светланы Гагарина, она у нас активировала также личный кабинет с заказом, успешно проходит обучение в школе «Успешный старт», сразу же включилась в работу. Лена у нас работает на основной работе, на наемной, и она успевает очень круто рекрутировать и лично зарегистрировала 12 новичков в 12-м каталоге. Классное совпадение, 12-й каталог, 12 новичков. Вот. Поздравляю, умничка. Лена у нас самый лучший рекрутер 12-го каталога. Дальше у нас еще новичок Валентина Патрина с результатом. Новый результат, новое звание 3%. Прошла первый шаг стартовой программы, вступила в клуб с личным заказом 200 баллов. Спонсор ее дочка Анастасия Труфайкина. Поздравляю, Валентина. Также она тоже включилась активно в работу, рекрутирует, уже были регистрации. И также она пригласила свою сестру в команду, Ирину Мельникову. Все они присутствуют в комнате. И вообще очень классно, когда родные и близкие люди в одном направлении. Я вам желаю огромных успехов в нашем проекте, в начинаниях и быстрых результатов у вас и всех. Молодцы. Двигаемся дальше. Поздравляем с прохождением 4-го шага стартовой программы Екатерину Солдатову, спонсор Александра Давыдова, с личным заказом 152 балла. Тоже умничка, Катя. Поздравляем. Идем дальше. Получает Катя у нас набор за 4-й шаг.
с wellness продукцией. Дальше поздравляем Александру Давыдову. Она у нас вышла на ступеньку 6%. У Саши Екатерина Осоцкого. И она у нас сделала огромный свой личный заказ, 370 баллов. Дальше еще скажу, она у нас будет в топ-10 по wellness. Еще хочу сказать, она у нас выступала на планерке. Да, еще пропустила Настя Трупакина у нас, также выступила на планерке. И Лариса Рябова. Вот у нас тройка новых спикеров образовалась. Поздравляю, девчонки, умнички. Вы отлично справились с этой задачей. И будем рады видеть, слышать вас на наших семинарах, презентациях и планерках. Дальше. Ехали. Это наши участники премьер-клуба, люди, которые получают доход, объемную скидку от компании. У нас в команде 13 человек. Я не буду перечитывать список. Все, кто себя видит, ставьте смайлики. Аплодисменты вам. Умнички, так держать. И дальше на следующем слайде у нас также есть топ-10 по wellness-потреблению. Все мы за здоровый образ жизни выбираем wellness-продукцию. Это вообще продукция wellness – это самый высокобальный продукт в компании. И вообще классно, что вы потребляете продукт сами, когда вы рекомендуете его своим близким, в общем… У нас замечательная и косметика, и шикарные витамины wellness, поэтому потребляйте wellness, и с личным товарооборотом у вас никаких проблем не будет. Вот. Дальше. Что у нас дальше? Следующий слайд. Меня слышно? Или я зависла? А, все. Вот, желаю вам всем успехов, неважно, на какой уровень вы выходите, да, какой уровень вы сделали, главное, что вы двигаетесь вперед. Так что вот команда, новых результатов вам, успехов. Всем пока, передаю слово. Так, и снова мы с вами. Олеся, привет, привет. Спасибо огромное, вообще мы рады результатам вашей команды. Я не хочу сказать «так держать», но так и хочется. Так держать, и даже лучше, и мощнее. Ребята, мы озвучим еще одни слайды, нам подготовила Мария Склиренко, но сама она не сможет озвучить. Да, мы поздравляем команду Маши. Маша у нас тоже восходящая звездочка, растет, ездит на мероприятия. Мы вместе были на мероприятии в Крыму, Лето моря Арифлейм, да, отрывались там. Фотография оттуда же, где Маша у нас уже примеряет бриллиантовую Вольво. Ага, вообще, быстрее бы уже получить. И мы поздравляем участников премьер-клуба. Это Фомина Луиза с личным заказом 253 балла. Ребят, вы хлопайте, да, как себе. Сергей Воробьев, красавчик, 213 баллов. Молодец. Как говорится, отец молодец, у него две дочурки, все пьют витамины активно. Викулина Людмила, личный заказ 210 баллов. Тоже аплодируем, молодец. Премьер-клуб у нас Безумова Вика 151 балл. Алёшина Наталья 150. Сама Мария тоже 150, но как по-другому? По-другому никак. И новички, рекруты. Это Тимошкина Мария с личным заказом 8 баллов. Активационный заказик сделала. Молодец. Спонсор Наталья Алешина. И также спонсор Наталья Алешина у новичка Раковой Светланы с тоже заказом 10 баллов. Молодцы. Да, что, надо тренироваться. И активные рекрутеры, кто больше всего у нас, да, нацелен на карьерный рост, это Наталья Алешина. 11 личных регистраций, 1 рекрут. Людмила Викулина, 5 личных регистраций, 1 рекрут. И сама Мария тоже показала пример, 5 личных регистраций. Молодцы. И актив. Наш актив – это Бронская Мария.
Марина, Терентьева Татьяна, Пахташев Алексей, Шутко Александр, Зверева Виктория, Соломатина Кристина, Крылова Катя, Иванова Ольга, Корхонен Елена, Шириева Сурана, Черных Андрей, Семышева Ольга, Рыбьякова Наталья и Ионова Любовь. То есть это активные партнеры, которые, да, как минимум, это балуют себя прекрасной продукцией компании «Орифлейм». И благодарим всех за прекрасную работу. Ребят, ну от себя, что мы хотим сказать? Что, вы знаете, каждый каталог – это вызов. Это вызов лично вам. И как вы его воспримете? Какую вы поставите себе новую границу, куда вы будете прыгать, двигаться вперед? Это только ваш выбор. И я всегда говорю, если хочешь перепрыгнуть через забор, целься на Луну. Ставьте себе большие цели, мощные. Берите на себя ответственность делать не что-то, да, для видимости по чуть-чуть, а делайте много, да, расширяйтесь. Просто, вы знаете, расширяйте себя, свой объем, свою мощь, развивайте свой потенциал, реализуйтесь. И вы знаете, вы это делаете, ребят, не только для себя, поверьте мне. То, что вы заработаете деньги, принесете их в семью, это очень круто. Но если честно, то по мере того, как вы будете расти по карьерной лестнице, вы будете совершенно меняться. И вы будете понимать, что вы это делаете уже не только для себя, а для людей, чтобы они увидели, что они тоже могут. Что если получается это у обычных простых домохозяек, у мамочек в декрете, у бухгалтеров, у полицейских, да, у учителей, педагогов, значит, может получиться абсолютно у любого человека. Согласны? Поэтому вы должны зажигать не только, да, в себе огонь, а делать это для других людей, показывать путь к успеху, к лучшей жизни и к развитию, чтобы каждому человеку в нашей стране, на нашей планете жилось лучше. И помните, что в отличие от наемной работы, наш доход никем и ничем не ограничивается. И компания «Орифлейм» готова выплачивать вам десятки, сотни тысяч рублей, долларов, миллионы. Все зависит от тех действий, от той работы, которую вы проделаете. Вперед! Дерзайте к своим миллионам! Супер! Ребят, спасибо огромное, благодарим вас. И помните, что через 3 недели мы также встретимся и будем подводить итоги. В это время, на этом же месте. В тот же час. Плюс один. Вы знаете, и кто будет на этих слайдах, кого мы будем поздравлять, тоже зависит от вас. И через 3 недели мы вам расскажем, еще раз расскажем, как мы побывали в Сочи вместе с компанией «Орифлейм». Мы уже вернемся. Да, мы уже вернемся к этому моменту. Поэтому... Мы привезем новости. Отлично, что вызов Ждем принят. Следующую Ребята, неделю. Готовы действовать? Следующий каталог. Готовы действовать прямо сейчас, прямо сегодня? Вперед, дерзайте, у вас все получится. А мы в вас верим и поможем вам в любую минуту. Мы всегда на связи. Имейте в виду. Пока-пока. Пока-пока. Ставим вам классный ролик.